Итак, привет всем, как и обещал, стартуем с того же места, где и закончим. За кадром я вернулся, получил велос, есть велик теперь, и поймал птичку Спиру, поменял на вот этого вот, как там он, форфетчет, чейдинг. Вот он, 20 уровень, еще в боях не участвовал. Характер у него обыкновенный, изменений статов нет. Вот такие вот у него сейчас атрибуты. Очков EVL не получал пока. Все, как видим, гены по 15 усредненные. Вот, знает он. Короче, у него иммунитет. Его испугать невозможно. Значит, и смотрите, что он знает. То есть он уже, ребят, знает разрубание. Вот. Разрез, вот такой, жучья атака, травяная атака, режущий лист и вот такая. То есть он уже с набором атак. Я ничуть не сожалею, что пришлось его, ну, поменять обычную птичку на него. Он пригодится. Кого поймал? Еще Диклета в пещерке. И, ну вот, велик получил. И вроде все. А, вот. Так я и не понял, как работает вот эта штука. А, над ними, смотрите, восклицательный знак горит. А ну. Окей, мы сделаем это снова. А, повторно. А, вот оно что. Я, кажется, ну, врубился, в чем дело. Скорее всего, эти тренеры обновляются. Вот, например, сегодня я с ними посражался, да? О, у меня еще вроде как, смотрите, письмо какое-то есть. Непрочитанное. А ну, сейчас посмотрим. Вот, и сегодня я посражался, и как бы все. В следующий раз можно будет повторить бой, рематч, например, на следующий день. Ну, откат сутки, мне кажется, так. Блин, я не понимаю, что мешает добить Пиджа. С одним хитом остается. Как это вообще возможно? Еще один Пиджа. Ну, тебя-то хватит добить? Вот на пульсе. Сколько проблем они доставляют, это Пиджи? Все равно еще живой. Я бы тогда сделал на месте разработчиков так, чтобы у тренеров росли уровни. То есть сегодня, например, 16 уровни, завтра там 20, ну и все тому прочее. А то это будет бред. Все тренеры, всегда у них одинаковый уровень. Что это такое? Но это как минимум глупо. Так. Их-то бежать я смогу. Так, что, как мне зайти? А, вот. Привет, пишет мне, смотри, кто. Привет, я увидел твой ролик на ютубе по PokeMMO. Я стараюсь добавляться ко всем русскоговорящим игрокам в игре. Если не сложно, отпишись, когда будешь онлайн. Я хотел добавить друзья. О как! Абенбек. А как мне ему ответить? Блин, точно, я про русификатор забыл, чуваки. Так, может вот так сэнд отправить? А, подожди, добавить друзья, он сказал. Я бы хотел добавить друзья. Давайте посмотрим, как это делается.
комьюнити. Может здесь Friends? Или неправильное дело? Вот так может быть. Блок-лист. Только онлайн. Ну я правильно делаю или нет? Я этого никогда не делал. Да. Новая тема. Сменить канал. Пиздец, блядь. Я не понимаю, как добавлять здесь друзья. Я не знаю, что я не так нажимаю. В принципе, это я там выбрал, плюсик добавить. Может быть вот так. Блин, еще и послать письмо, что ли, $100 стоит. А, надо, может, нет, не надо выбирать. Ладно, вот так я спешусь с ним. Я вот, знаете, к этим тренерам пойду потом. Раз перекач идет таким способом. Так, а давайте все-таки я еще раз прием посмотрим. Не, нихуя подобного. Он, мне кажется, и вообще не работает. Я и на велике ездил, пытался шаги сделать. Как только я не пытался. В общем, он не хочет работать. А и куда мне такой порт? Тебе надо, чтобы обрести 4 значка, чтобы путешествовать в другом регионе. Да что ты? Святая Анна. Ну да, пошлите, билет там. Ой, какая музыка чудесная. Закинем разок. Никого. Я надеюсь, что тут можно потом через использовать плавание, вот так поплавать. Потому что вроде открытые места есть. Ух ты! У чувака не докинг. Вот это да. Что, начнем по порядку тут ходить, изучать. Как ты типа смеешь сюда вламываться? Grow Life. Кстати, чувак. Абонат или какой-то ник, я не помню. Если ты смотришь видос, помоги, пожалуйста, с переводом. С русским. Я где-то натыкался, что есть русский перевод. Ну или русская версия. Но что-то я проебал где. Хотел бы поиграть все-таки на русском больше, потому что больше понимания приходит. Так, штукарик он дал. Плохо. Отсюда. А, я думал, он не зайдет. Хотел бы ли ты отдохнуть? О, как хорошо. Это мобильный пакет-центр у нас практически. Ты не, типа, ты чё, охренел, что ли, сюда называется? Джентльмен Артур. Нидоран.
Ну, это хорошо. Замешательство сделаем. Ого, выносливо. Что? А пофиг, в принципе, пусть коцают. Рядом в комнате лечения халявно, поэтому проблем нет. Опять-таки виношот. Ну, что-то не очень сильно. Мне показалось, что сильно пробивает, на самом деле нет. Еще косарик, хорошо. Так, давайте все-таки сходим сюда. О, чувак тоже пришел, что ли, подхилиться. Ну да. Добавить. А, о, смотрите-ка. Все. Он меня добавил, друзья. Еще и... А не он это был? Сейчас пошел, не он? За мной заходил в комнату. Я потом на видосе посмотрю, я опишу. В комнате, где с Чармиллионом, короче, чувачок. Может, это он был? Ну, мы на корабле оба. Может, мы еще пересечемся и посмотрим. А, нет. Ну, это вроде не он был. Да, это какой-то другой. Так. Недоранов мы перещелкаем конфузом. Замешательно. Вот, хорошо. Да не, слабенько он. Даже пседак разваливает. Так. Избиение. Ну, типа того. Сейчас посмотрим, что за атака. Все, конечно, странно, описания нету. Только показывает, кто может выучить ее, и вроде все. Ну, хорошо. Так. Я смотрю, что письмо снова пришло. Он написал что-то. Сейчас посмотрим. А. Давайте, ладно, зайдем еще сюда. Я выслеживаю команда ракета, я агент полиции. Во-первых, я хотел глянуть вот эту фигню. А, стой. Ну да, вот написано прайс, покупка, цена продажи. Пользователь хватает цель. Прижимает к земле и типа избивает. А, и вроде есть урон от отдачи у нее. Пседак, блять, может получить. Ну уж точно я ему не буду брать ее. Так, что он написал? Это вот это? Я в игре пишу, можешь перейти во вкладку. И нажать на мое имя, чтобы написать о вас мне или через... Ой, как это тяжело, серьезно. А, вот.
Или не. Или неправильно я сделал. А как мне написать, блин? Выбрать имя, что-то там он сказал. Вот так, наверное. Блин, ну я не буду тратить как бы сейчас на переписку время. Надо все-таки записывать видос. По пути будем общаться, может так. Ну я не вижу, он правильно. Ну я правильно сделал. Написал или нет. Видел, что ты разбираешься в характере покемонов, ЕВ и так далее. Ну конечно. Сколько уже частей разных я проходил. Поначалу не понимал я, что только как. Ну, в принципе, не сильно все тяжело. Но механика довольно интересная вся. Она не такая простая на первый взгляд, как кажется. Потому что я раньше бил гиб твою медь, а. Я бил раньше травяными атаками огненных покемонов и думал, что ж такой урон слабый не наносит. А звук сейчас был, пацаны. Как успехи в игре? Я пока только вторую серию смотрю на фоне. Старми, да? Давайте поменяемся. А что если мы Чединга возьмем? Давайте он бой проведет, посмотрим. И волна. Ну, как-то что-то не сильно. Смотрите, речь идет эффективно. А если мы сделаем вот так? Какая она быстрая, да, морская на самом деле? Ну, хорошо. Ой, хорошо. Хоть бы выдержал он. Ай, что ты, блин? Я думал, он выдержит. Я вроде находил русификатор. Ну или не русификатор. Что-то такое, или русскую версию, или там какая-то частичная версия. Я натыкался на такую фигню. Ой, слабо что-то. Она же ядовитая эта штука. Полноценная нет. Блин. Не, ну ладно, а какая сейчас я узнаю, какая туда есть? Все равно я вылечился. Есть фанатские переводы, но практически все заброшены. Где-то на 30%, условно говоря. И качество их дальше в отличие. Не, тогда мне не надо. Тогда лучше уж мы в оригинал поиграем. Со временем просто разберемся, да, все, что к чему. Вначале всегда все тяжело. Так, ну и Визавр, естественно, как всегда, в своей тарелке.
Ой, что я нажимаю? Насколько я понимаю, у людей просто нет нужных ресурсов игры, чтобы перевести. А. Все, блин. Почему-то, блин, на других языках есть ресурсы переводить, а у нас почему-то нету. Что ж такое-то? Большинство текста скрыто за какими-то файлами, которые недоступны обычным игрокам. Блять, как всегда, как только касается вопрос каких-то на хороших игр нормальных, которые надо перевести, локализовать, какие-то проблемы, блядь, появляются. Ой. Это что, гридбол? Да я уже понял это, блин. Так, давайте-ка обследуем верхние этажи все-таки. Ну, правильно он говорит, что куча всего в игре есть. Это я... Это да. Ну, по ММО я, в принципе, не интересовался. Потом я начал играть в этом году, и меня засосало с головой. Я вот ему напишу, спрошу, может, он в курсах, почему прием не работает с тренерами, чтобы сражаться. По моему предположению... Либо я что-то не так жму, либо он вообще не работает. Некоторые вещи тут не работают, не знаю... конкретная причина. Ой, хорошо, ваншот. Но с тренерами можно заново сражаться каждые 6 реальных часов. Аквахвост пытается выучить. Нет. Так как ввели рематч, я вижу, что скорее всего этот приборчик был намеренно отключен из-за вот этих рематчей. Типа, чтобы сильно жирно, мне кажется, не было. Ну, чтоб ты не мог на локации сидеть. Ну, как бы я против таких. То есть, предмет введен в игру, зачем вот его как-то исключать? Он же добавлен разработчиками, не просто так. Шелдера мы победим, конфьюженом. Замешательно. Ну и что, это неэффективно. Два раза попал. Возможно, да, потому что есть такая тема, как тренер ран, когда ты заново сражаешься, чтобы фармить денег. Зачем тогда его придумывали? Вот серьезно, вот закономерный вопрос. Разработчики вот эту штуку придумали, прием, чтобы ты мог зарабатывать деньги, опыт. А вот как бы зачем его отключать? Вот скорее всего вот тут так хитро сделали, чтобы ты там каждые 6 часов мог рематчи проводить. Ну как бы мне эта фигня не нравится, если честно.
Именно так, он оригинальный. Я помню его, я с помощью него и прокачивался, так сказать. Какую там версию, не помню, проходил, FireRed или Leaf Green. В принципе, они одинаковые. Там разница только в покемонах. Лечимся. Вот. Ну, в принципе, ладно, отключили. Как-то, я думаю, поборем это. Я сейчас поинтересуюсь у человека, как прокачиваться на высоких уровнях. Может, какие-то есть места, так как этот приемник не работает, видите? Я с помощью него прокачивал команду, чтобы победить в элитной четверке в лиге. С помощью него. Других вариантов не было никаких. Реально, говорю. Таким он постоянно спит, он говорит. Комната пустая, за исключением одного старика с изображением Снорлакса. Но я хочу в этой серии это значок, ребят, электрический, хотелось бы. Пишет, тут прокачка не особо большая проблема, на самом деле. Может, есть какие-то зоны добавлены, я ж не знаю этого. Где-то там, например, какой-то абонемент купил и пошел качаться, да? Ну, к примеру. Где-то на середине игры у тебя появится возможность... У тебя появится возможность вызвать сразу 5 покемонов и убивать их массовой атакой, типа прибой, землетрясение и так далее. Появится возможность вызывать. О, как. Технически ты можешь использовать сладкий аромат свитца и сейчас, чтобы вызвать орду покемонов. Но на начальных локациях не появляется больше 3. Вышел замешательство всегда. Так. Еще голден. Замешательство. Больше ведь нечем. Либо же просто покупать эксп кэнди через рынок. Они относительно дешевые. Хорошо, нет, а если... В отличие от рэр кэнди, от редкой конфетки, они дают определенное количество опыта, а не уровень. Ну, щит и меч. Блин, я вот говорил, я так и будет. Я сейчас отвлекаюсь. Их дают за ловлю или убийство альфа покемонов. Ой-ой-ой-ой-ой, а это кто такие? Это что еще такое? Джентльмен Брукс. Пикачу 23-го. Нет, сейчас мне Пседаку голову разобьют. Он раненый. Давайте Лизавра. О, он как раз добьет 30 уровень себя. Искры. Вот, например, мой мелодик. Они спавнятся каждые 6 часов плюс-минус в случайном регионе. Сейчас альфа-покемон, например, появился в Синах.
минут 15 назад. Ну давай, 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 добивай. Столько времени уже в бой идет. Я хочу мелодика посмотреть. Давай, давай, шустрее. Жаль, никак нельзя ускорить немножко вот эти боевые сцены. А, сладкий аромат пытается выучить. Нет. Их сложно ловить, но они как минимум будут с двумя геном 31. Гарантированно. Ну блин, мне пока упарываться такой штукой точно не надо. Я хочу пройти такой вот путь. Я хочу регионы закрыть. Пробовать. Я такого никогда еще не делал. Тем более не играл в Pokemon. А я, по-моему, неправильно иду. Да. Давайте посмотрим, что это. А, да, смотрите, вокруг нее свечение это. Какой-то ивент. У него и она держит объедки. Только-только каждый ход восстанавливает процент от максимального хп. Альфа и скрытая способность есть. Какая у нас у мелодика скрытая от неспособности? Я уже не помню. Угу, специальную атаку и скорость. Ну, мелодику, скорость. Это, блядь, такое себе, если честно. Я бы лучше взял хп. А, ну... Все равно мелодик классный. А, Катчарм. При контакте влюбляет в себя, короче. А, ну вот у него прибой есть, ледяной луч, водопад зачем-то и гипноз. Поймана она была на 70 уровня на горе Коронет, это в Синна. 15 января, в час ночи, PM. Я не помню, PM или AM, либо в час ночи, либо в час дня. Скрытая способность разблокирована. Ну, смотрите-ка. Вот так я написал. Есть предмет, давно придуманный, по-моему, с 7-м поколением, еще и с 6-м. Капсула способности, ability капсула, так и называется. Она всегда продавалась за БП очки, БП поинты. И все. И то есть ты в этой игре либо опять же разведением, или же использовать. Давайте бой, пока отвечает человечек. С помощью призматик Перл ты забираешь скрытую стабилку одного покемона и передаешь другому из этой же эволюции. Ну это хуйня какая-то. А если через разведение можно, то в принципе это уже неплохо. Электрошар. Ой, блин, он же быстрый, я забыл. А, если она уже имеет скрытую билку. Не, ну это тогда фигня. Что-то тут, короче, поднамудрили, я смотрю.
разрабы зачем-то усложнили, так сказать, дело. Ну нет, не усложнили, более муторно сделали все. Так, 25 уровень, пседак. Кстати, почему у меня не спрашивается, типа, сейчас тренер будет выбирать там ротату, да, хочешь ли ты сменить? Почему нет? Так, он увернулся. А ну-ка давай вот так. Ой, красавчик. Вместе с альфа-покемона появляются еще 4 обычных рядом. Вот у них тоже может быть открытая-скрытая способность. Супер Potion. Давайте заменим. Хорошо. Блин, понятно. Давай разрубание. Огненный коль. Заряд огненный. Скорость возросла. Ну вот так. Ну хорош. Гроу. У меня один вопрос еще. Где магнемайта, например, в магнезону развить? Нет, зря это сделал. Хотя. Надо сходить полечиться. Все коцаны, а Ивизавра я не хочу выбирать, он 30 уровня и так плохо. Скорее всего, он будет сейчас за электрический значок драться. Потому что электрические атаки неэффективны по траве. А как раз очень супер эффективно по воде, по обсидаху и по чидингу. По фарфетчу. Смотрите, с Маджикарпом побежит. Так. Такой, я думаю, что такая толпа и значок боев. Я уже 40 покемонов поймал, ничего себе. Блин, ну я тоже немало поймал бы, я просто чуть-чуть половину случайно. Даже большую часть кадабра 23 уровень. Это очень плохо. Чединг может улететь. Хотя супер эффективная жучая атака есть. Ты луч. Да, жесть. Еще и замешательство. Мне повезло. А я вот так. Хорошо. Да, все лучше. Так, ну давайте Седака брать. Что делать? И водным пульсом бить. Нам сейчас тут всю команду можешь покрошить. Хотя. Всегда хорошо ее бахнул. Ретикейт. И я заменю. Будем хилиться на нем, наверное. Гипер. Клык. Давай рост один раз. Ничего, рост все равно, я его попробую сопить.
Firefang. Огненный укус. Фей тут нет, это возможно даже к лучшему. Так, он уснул, первый ход пошел. Ой, блин, вот я его травяной атакой ударил. И, наверное, надо было мне лучше Псидака выбрать. Давайте сейчас возьмем Псидака. Чтобы его импульсом наверное, бахнуть. Ха-ха-ха! Офигеть можно. Что, так скрипты, что ли, работают? У меня банки вроде какие-то лечения были. Опля. Давайте попробуем гипноз. Хорошо. Я, конечно, не играл в оригинальные, могу лишь сидеть по нему. А, ну блин, конечно, чувак. Я-то играл в оригинальные игры, мне-то есть чем сравнивать. Поэтому мы тут с тобой не сойдемся, мне кажется. Но феи были созданы, чтобы контрить драконов. В играх теперь два поломанных типа вместо одного. Что это? Подожди, она меня проснула, что ли, уже? Крикатаком бьет. Хорошо. Меняем. У него сонный чермиллион, если чё. Нет, чувак. Мы сделаем вот так. Все. Давай, давай. Усыпление. Промазал. Попади. Тоже промазал. Косой субдёвница. Попади. Хорошо. Давай рост. Мне одного роста хватит. Ха-ха! Он проснулся через один ход. Как это вообще реально? Я его усыпил. Рост сделал, и он потом проснулся. Ну, чуваки. Все работает на ком, так сказать. Давайте снова попробуем усыпить. Так. Подожди. Зачем? Что сейчас же я покажу? То есть сейчас усыпил, сейчас он по-любому спит. Да, да, нет, я сэкономим супер поушу. Чармиллион. Давайте толчком. Что это было? А, урон ягода. Он спит. Я теряю Чармиллиона. Мне Визавра. А, он спит. Ну все, ты падаешь тогда. Все. Не зря у меня у Визавра сонная пыльца есть, а у Псидака гипноз. Сходи к старику, типа он научит тебя этому разрубанию. Вот он. Капитан, капитан кашляет. Он дал, короче, ХМ-ку, ну понятно. Есть у нас теперь. Лучше, говорит, сюда не заглядывать. Да. Святую Анну прошли. Время серии где-то 40 минут. И сейчас надо идти в Гим, мне кажется. Корабль отбывает, а мы возвращаемся в Вермилион.
Возвращаемся мы на велике. Видели, как быстро? Все. Что такое? Вообще в идеале, я бы вот эту локу бы прошел. Давайте посражаемся, наверное, и потом пойдем за значок. Ну а чё, почему нет? Так, будильник. Чисто захватим тренеров, чтобы поднять опыта побольше. И все, и пойдем им. Вообще по-хорошему бы сейчас уже в гим пойти по времени. Я не знаю, сколько я там пробуду в этом гиме. Эков попытался запугать, но Чединга, видите, способность. Его запугать нельзя. Очень хороший у него сейчас набор атак. Не, ну если такие быстрые бои будут, то почему нет? Ух ты, ого, там чувака видел, у него поливрат. Неплохо. Корси, сейчас мы ее тоже вырубим. Вот этим разрезиком. Раз. А! Это что такое? Откуда у нее метель? Пишут, после четвертого значка в Вермиллион Сити есть порт, оттуда можно и сменить регион. Ага. При смене региона твой прогресс сбрасывается до нуля в новом регионе. Останутся предметы типа покеболов, хилок и так далее. Ага, понял. Не, давайте тогда, как я и задумывал, по порядку. Лучше добить регион, согласен. Ну конечно, чтобы все было доступно, открыто. Всякие, все маршруты там. Данжи, все такое. Да, вот это старичок в спорте, конечно, это удивил, я не ждал. Метель у нее еще, боунс, это скачок, прыжок. Нет, прыжок, джамп. Ой-ой-ой, магнитон. А как это он 18 у него уровня? Это вообще, в принципе, нереально сделать. Неэффективно, 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 неэффективно. Магнитон. Что он пытался? Ампер пушка или так можно перевести? Ха, всегда уклоняется, красавчик. Если понадобится какая-то помощь, то попроси. Какие-нибудь предметы там могут отдать. Да, я сам хочу. Я вот не хочу. Я вот хочу узнать, есть ли тут такое, ну как в последних поколениях. Ну, опыт распределяется просто на всю команду. И за исключением одним, что
первый покемон, который участвует в сражении, он больше опыта получает, нежели все остальные в команде. А, смотри, он пишет, для этого тебе нужно 5 X-Share или же X-Rem-Lifer какой-то. Последний покупается в Gift Shop. В конфуз попал, замешательство снимает. И все равно он ходит. Это же компьютер. Блин, пседак меня радует. Смотрите, как он электрические атаки держит. Можно покупать за игровую валюту, что я советую делать, но пока вряд ли у тебя есть столько денег. Это около 2-3 миллионов. Конечно, у меня нет. Одиш, вот мы его сейчас срубим. После прохождения нескольких регионов фармить деньги не станет проблемой вовсе. Ой, что я сделал? У меня же есть. А ну-ка, давай, конкурс. Одиш съел ягоду, усилил свою атаку. Охуеть. Просто охренеть. Надо было воздушной атакой бить и все. А ну-ка вот так. Я хочу, чтобы человек пояснил, расписал почему-то, чтоб я понял. Может, там откроется какая-то локация, где там зарабатывать эти монеты можно будет спокойно. Или какие-то рематчи там делать. Ну, блин. У меня только одно в голове, это проводить всякие такие рематчи. Че, она не вылечила, что ли? У него настроение сегодня? Что такое? Офигеть там у чуваков, все прокачаны. Драгониты, блин, Чилизарды. Я в шоке. После прохождения региона можно заново сражаться с гейм... Ну, рематчи, они в оригинальных играх тоже были. Ты включаешь амулет коин, который дает 50% деньгам, который действует 1 час. За час ты проходишь как можно больше пива. Ах, вот как. Ну, я, в принципе, примерно так и думал. Только про этот предмет я вообще забыл. Амулет коин. В среднем это 20 гимов, что примерно 300 тысяч. Хуя себя. Режущий лист, давайте-ка. Перекат. Тьф, конечно, он увернулся от атаки, это ж компьютер. Все равно победил. Ловкость пытается выучить. Нет. Зубик.
Так, нет, давайте на банке сэкономим, съездим, похилимся. Я имею в виду собак, НТ, я там... Как там еще, Райко, по-моему, электрический. Ну и все такое. Дэйв, у него не дарил, но... Ну, фигня. Чединг спокойно Ой. Да. Что такое? А, управление. Касание, короче, ядовитое. Можно так сказать. Так. Велик есть, быстро съездил, полечился, дальше побежал. Почему нет? Давай, давай, он туда свернул. А, с этим я сражаю. А, вот с этим я не сражаюсь. Осторожно, я прокладываю. По кабель прокладываю здесь. Блять, эти магниматы напрягают, конечно. Нет у меня пока против них средства. И все, блин, неэффективно. Вот это жесть. Ладно. Ой-ой-ой. Будет седак. Сильно он дамажит, я скажу. Мне кажется, зря это сделал. А, нет, он его добил. 2 хп. Еще монет. Опять-таки, вот что это такое? Гроу. Статы снизить нельзя. Фаербласт. Да охереть можно. Ого. Не ждал. Надеюсь, у него быстро атаки какой-нибудь нету. Кульпекс. Он, по идее, должен отлететь с одного удара. Угу. Еще штукарик. Что это за объекты такие? Да, я вижу, что тут еще как минимум два тренера. Да, надо полечиться.
Хорошая экономия. Кстати, YouTube скоро замедлили, блин, гады. Ну, эта штука решаема. А, я думал, бой начался. Чел вышел, наверное. Так и не ответил пока еще. Ну, давай. Смотрите, паратикейт, какой дамаг будет сейчас. Да, потом косой атака, еще и, по, и попадают постоянно. Жесть. Блин, у нее, скорее всего, быстрая атака есть. Давайте сделаем так. Да, вот она быстрая атака, я ему просто не дал добить. Ну, вроде больше тренеров я не вижу. Это последний дир. Блин, и снова магнимает. Сколько можно, а? Да, надо что-то делать. Надо кого-то искать, как электрического типа. Ух, это, наверное, ваншот. Ну да. Но также вопрос, как Магнимайт выучил вот такой атаку на этом уровне? Ну никак не учит. В принципе, нереально сделать. Зеркальный выстрел. Ну, будем пытаться вот так бить. Да, вон, нарисовано, что в офлайне. А теперь онлайн. Переподключался, наверное. Значок, к сожалению, мы следующую серию оставим. Уже час идет серия, уже многовато. Будем заканчивать потихонечку. Гридбол, а дальше ничего тут нет. Эту локацию за кадром обловлю, посмотрю, тут есть. Так, сюда могу, да, пропускаю, смотрите. У тебя есть 30 статей, тут только 27. Ну, видите, да, даже профессора ничего не выдает. Надо добить 30 статей, еще троих кого-нибудь поймать, встретить. Что я за кадром и сделаю. Ну, в принципе, подготовимся к ГИМу. Может, кого-нибудь еще поймаю, что вряд ли.
И потом электрический значок, а дальше будем смотреть куда, по сюжеточке. Сейчас покалечимся. А, кстати, да. Вот, кого-то удалось поймать. Вот он, Диглет. Тентакул, вот такой поливак. Ну, пока такие дела. На сегодня все. В следующей серии увидимся. Присоединяйтесь. Несмотря ни на что, игра все равно обширная и очень интересная, увлекательная. Видите, какие тут люди отзывчивые, помогают. Поэтому одни вы не останетесь. Присоединяйтесь, пишите. Спасибо за просмотр большое. Всем пока.